Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим очень красивую и вкусную закуску легко и быстро. Для начала кабачок нужно порезать на кружочки толщиной примерно 0,5 сантиметра. Обжарить на небольшом количестве растительного масла с двух сторон примерно по 1 минутке. Кабачки нужно подсолить. Затем выкладываем на блюдо. Приготовим соус из перца, майонеза и чеснока. Выкладываем на кабачки. Затем выкладываем помидор. Сверху опять соус и небольшие кружочки кабачков. Желаю вам приятного аппетита! Всем пока!